Привет, город Сан-Ремо. Неплохие апартаменты из нашего цикла недорогих апартаментов. Где-то 100 метров квадратных, везде вид на море и очень открытый вид на город Сан-Ремо. Огромная терраса. Обеденная зона. И тут на сквозняк, смотрите, спальня просторная, где-то, я думаю, метров 20 даже. Сами апартаменты 100 метров, плюс терраса где-то метров 100 с балконами вместе. Вот такой вид у вас из спален будет на море, на нашу красавицу Мадонна де ла Коста, где я живу. Она сейчас, я думаю, еще за 3 месяца ее полностью сделают, и я вам сделаю красивый облет. У меня по плану сделать очень красивый ролик, как я делал про Сиборгу, про Сан-Ремо сделаю. Так, идем дальше. На одном этаже получается у нас единая квартира. Раньше было две, сейчас сделали одну. Венецианка, венецианская штукатурка. Из мебели оставляют только кухню, ну это в принципе стандартно. Вот кухня, здесь у нас два входа, это первый, там есть второй, с другой стороны, сейчас покажу вам. Это у нас кухня. С выходом на террасу. На кухне, что примечательно, есть еще, как оказалось, камин. Можно опять-таки, учитывая то, что это последний этаж, сделать зону барбекю. Далее идем вторая спальная комната. И здесь, смотрите, они поставили шкаф, хотя, сейчас покажу. Здесь есть окошко, вот окошко. И там, если видите, вот вода. Здесь подведена вода для того, чтобы здесь я бы сделал еще одну ванную комнату. Было бы их три. То есть на каждую спальную комнату сделал бы свою ванную комнату. Сейчас закрою, чтобы не хлопалось. И вот такой вот видос, смотрите. Тоже комната просторная. Выходите на террасу. И вот такой открытый вид на Сан-Ремо. У вас последний этаж. Соседей нету. Запрос сегодня 300 тысяч. Но они только недавно начали продавать. Корячится по поводу торга, как бы, в принципе, если еще учитывать террасы, то цена за метр квадратный, в принципе, приемлема. Но мы будем стараться ее еще понизить. Вторая реальная ванная комната с душевой кабиной. И еще одна спальная комната. В принципе, все спальные комнаты просторные. Не надо где-то ютиться. Тоже вид на море. Со всех, в принципе, спальных комнат, зала вид на море. Высота потолков 3,2 метра. Они недавно сделали ремонт такого, чтобы что-то там криминального тоже здесь не обнаружил, поэтому в принципе, нормально все. Так, идем дальше, не переключаемся. Ставим лайки, ждем следующего видео. Все, пока, целую.